Здравствуйте! В этом ролике я расскажу вам о меню игрока в Red Dead Online сетевом режиме игры Red Dead Redemption 2. Многие играют в Red Dead Redemption 2, но не знают о существовании в игре Red Dead Online меню игрока, с помощью которого выполняется целый ряд функций. Чтобы узнать больше про меню игрока в Red Dead Online, посетите сайт gta5.su. А самые частые вопросы по использованию меню игрока в Red Dead Online мы разберем прямо сейчас. Основных вопросов два. Первый, для чего нужно меню игрока? И второй, как открыть меню игрока в Red Dead Online или Red Dead Redemption 2? Чтобы открыть меню игрока, нажмите кнопку направления влево, влево на крестовине. В этом меню представлено множество полезных инструментов и функций. Вы можете просмотреть список всех игроков в вашей сессии или список друзей, сформировать отряд или вступить в уже существующий, изменить настройки лагеря или лошадей, присоединиться к матчу или серии противоборств, отрегулировать параметры голосового чата. Если выбрать все, с вами смогут общаться все игроки поблизости. Но вы также можете ограничить свой круг общения членами отряда, друзьями или товарищами по банде, и многое другое. Вы видите все пункты меню игрока на экране, поэтому зачитывать их нет необходимости. Просто быстро посмотрим структуру и все доступные разделы. Если у вас имеются какие-либо вопросы, то можете задавать их прямо в комментариях.